Нападающий Сибири Степан Санников вошел в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира по хоккею. В предварительном списке 28 игроков. Санников – единственный представитель Сибири в обойме сборной страны. Также в заявку попал и бывший защитник новосибирцев Никита Зайцев, недавно подписавший контракт с Торонто из Канады. Главные неожиданности – отсутствие в расширенном списке голкипера Семена Варламова и нападающих Александра Семина, Наиля Якупова и Виктора Тихонова. Под вопросом выступления на домашнем чемпионате мира и Александра Радулова главный тренер сборной Олег Знарок отметил, что у форварда ЦСКА травма.